на Полесье, на развилке трех дорог, не богатый, не бедный, стоял терем-теремок. В нем, как прежде, трудится магия, свет-искусница. Какая песня без баяна или обед без кислых щей? Какая мальня без Ивана? Он, как водится, жил с ней. Шутя, его в народе звали Иваном, в общем, дураком. Он был еще не очень старым, на пенсии богатырем. Чего? Где мы им пора на выходные сапоги? На кони тебе с утра понадобились. На ветру и маленечко бегаешь. Ну вот. Опять ты мою мужскую пространство угнетаешь. Репутацию в грязь утапываешь. Да уже ж по улице пройти невозможно. Мальчик с пальчиком и тот разница. Проходу не дает. Ткнулся же мне без ребро тысячу лет назад на тебе жениться такой умный. Это кто еще на ком женился? Горе ты луковое. Чего разжился, да чего расплакался? Ой, кушать хочу, Маруся. Ну, сразу так и сказал. А то развел на всю избу. Ходить слизко. Расскажу я вам, братва, про свои лихие дела, как со злодеями я бился. Как на дня свечи свалился. Эй, Марусь! Как добился я с Кощеем Василису выручал. Я дубиною махал, а ты мне дерево кричал. Стрёхголовым мы сцепились на мосту Калиновым. Мне пришлось с бабусей драться, ты же съел все пироги. Кощей Василису украл. Опомнился! Она давно за него замуж вышла. Как? Да вот так, ты поаккуратнее. А сама-то что? Искусница. Курит самоделки, блин. Ты из нашей скатерти, вот скажи, что обещала сделать? Ну, скатерть самобранку. Ну, а сделала что? Скатерть самобранку, да? Ну и на старуху бывает. А где мои? Вот скажи мне, вот. Парадные выходные сапоги где? Я из них сапоги-скороходы сделала. Я ж не виновата, что ты в них запрыгнуть не успел. Ладно, допустим. Ну тогда где мои доспехи богатырские? Космос на орбиту вывела. А это еще на кой? Чтобы телек лучше показывал. Какой телек? У нас его отродясь не было. Купим. С тобой купишь. Да? Ага. Все поняла. Так, Ванюша, ходом собирайся, мойся, одевайся. Дело у нас легло, легко государственной важности. Нужно знатных гостей встретить, да в грязь лицом не ударить. Тут он тут квашеной капустой не обойдешься. Так, ты сходи к Василисе Премудрой, возьми и корки черные, да охотничек сосисочек. Ты, подожди, не дорогой, ты мне лучше скажи, кто, куда, откуда едет? Как кто, куда? Дед Мороз. Да ну, офигеть, а? Так а как это по нынешним временам встречать-то? Эх, Ваня, что бы ты без меня делал? Ручку пить-то, дрить-то. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее, нам велик. Вашей фигурой это щелю раньше так.
Подожди. Тебе не... Маруся, ты что, там мои доспехи только что пролетели? Ой, нет, по времени рановато будет. Фух. От сказочного информбюро всем богатырям, Иванам Царевичам, Иванам Дуракам и им подобным экстренное сообщение. Ракета номер 2017 с Дедом Морозом и Снегурочкой на борту сбилась с курса и совершила вынужденную посадку в районе сказочного леса. У поганых болот, где крутой поворот. Повторяем, повторяем. А впрочем, чего зря болтать? Ведь ясно, надо спасать. О, вот, Ваня, и тебе нашлось дело в русь печаль разгонять. Ты собирайся, того быстрее. Подожди, куда ж я без парада выходных замок, да без доспехов-то? Эх, Ваня, Ваня. Ваня, вперед, нас ждут великие дела, а в мыслях я с тобой. Иванушкой звать буду. Ах ты какая старая, а? Ишь, какой демон взорвала.
Иванушка нас звать будет. А я на тебя горку хоть буду, верно? Сейчас я поняла, с кем я имею дело. Мерзавец, проходим, хам. Знаешь, что мы с такими делаем? Зажариваю. От хам не слышу, ехидно. Да он у тебя вообще на языке шерсть растет. Так, я тебя последний раз спрашиваю. Будешь не заниматься всякой ерундой? Не искать своих дедов Морозов со Снегурочкой? Да фу на тебя, а! Ну все, ты допрыгнулся. Мне в огне не гореть, карга, так что иду я смело. Поняла, все запомнила, все записала. Я мигом. Одна нога здесь, вторая
я уже там. Что, Ванюша, пожелается? Салатик и яешенку. Ой, знаешь, давай что-нибудь на скорую руку. Время должно. Успеешь лучшему яишенку до последней. Приятно за таким мужчинкой поухаживать. Чего это? Я не понял, что это. Тебе что, жениха, что ли, не хватает? Фу, Горыныч-то, да этот змей в кубе, только и знаю, что командует. Слова лишнего не скажет, дубина такая. И никакой тебе ласки, никакой тебе нежности. Ну, знаешь, вот я, допустим, не такой. Меня со всякими змеями равнять не надо. А то ты лучше. Ну, конечно. Ну, ласку там всякую нежность проявить могу, если нужно. И целоваться умеешь? Конечно, умею. Ой, ребеночка сделать можешь? Да легко, хоть двух. А ой, сможешь ты с этим ребеночком, да? С ними ведь возни. Ой, мужчина прям мечта, конечно. Хочешь, я пелена тебе, хочешь, покажу? Ну, зачем я? Садись. Ну, ладно. Ути мой колесик. Сынуленька мой, красотеточка мой. Любишь мамочку, улыбнись-ка мамочке. Жратеньки, хочу жратеньки. Жратеньки захотел мой сынулька. Ну вот мы и спеленали нашего малыша. Сейчас мы ему жрачки дадим. Ну-ка, улыбнись. Мамочка, улыбаешься, а папе не хочешь? Мне что-то не очень смешно. Мы, наверное, того, да, маленький? Ну, по-моему, да. Мамочка, иди скорее, сыночек мокренький. Ну что же вы, папочка пришел? Вы грустные. Не любят, наверное. Ой, не любят. Тогда вас папа будет жратеньки. Кушать вас будет папа. С усами и с косточками. Возлюбленный мой, ты только пойми меня правильно. Я всего тебе на ужин-то приготовила. Хотела Горынычу доброе дело сделать. Тепленько, да в простынках. Вот гады-то, а. Сейчас сажу и скажу, что так и надо. Что так и было все задумано. Жри, не тяни время. О, ядрёный матрёнок, добрился, пеленали, охотник-то этакий. Да я ж Марусю маму дал. Ай, не впервой. Что тут? Пошли, запница, как тебя там? Горыныч, ну и морда у тебя. Какой у меня сегодня завтрак? Из трёх блюд. Ну пошли, красавица. Только трунь её. Почему это он потреблюдо сказал? Он что, и меня слопает? Он что, не поверил мне? Ну да, ты к десерту пойдешь. Понял? Здоровый бугай, на силу одолела. Ну, а с вами что будем делать? Так, что за шум о драке нет? Вот с пакетиком помет, вот помет куриный и немножко глины. Ни к чему это, мамочка! Он меня и сами-то слопает! Кто сожрет? Да зятёк твой, Горыныч-то! Ага, матка, и тебя стрескает, как воблу сушеную. Подсолит так покруче и стрескает. Ой, стервец-то этакий! Яш! Ему по лицу единственную дочку кровим и в жены отдаю. Да это ж я грешным делом Новый год похитила, все по ему угодить, а он вот такая. Что делать-то будем? Ты тю-тю-тю, матушка, Света, искусница. Мы все вернем в лучшем виде. Так это вы похитили? Они, Марусенька, они. Я, честно,
вас сразу раскусил. Что? Момент, Марусенька. Здесь колдовство требуется. Колдуй, давай, что быстрее. Давай быстрее, не томи. Давай, маму, тряхни стариной, да и повеселиться все вместе, наконец. Снег, кружись, метели, ругайся. Злые чары пусть уйдут. Праздник славный начинайся. Здесь тебя так сильно ждут. Настал тот час. Мы очень рады видеть вас. Сказки нашей поворот нам дали дивный Новый год. Желаем счастья и добра. Смеяться самого ура. Пусть говорят, что без причины. Нет, снег не признак врачины. Не будем друг на друга слиться. Сегодня будем веселиться. Эгей, друзья, я с вами снова. Как живете? Все здоровы? Рад сейчас у вас гостить. Чем же мне вас одарить? Я, дедуль, стара уже. Вот и хочется уже, чтоб, свершившись ниоткуда, совершилось просто чудо. И об одном просить я буду. Сделай чудо. Ты нам очень помоги. Чудо дерево зажги. Ну что ж, друзья, на вашу просьбу я отвечу лишь одно, что чудо здесь совсем не нужно. Чудо сделано давно. Протяните к елке руки и скажите все: зажгись! Поздравляю, Лариса, и давайте пожелаем дружно счастья всем вам.